Здравствуйте, ребята! С вами я, Ксения Сергеевна, и мой помощник Тимур. Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать собак. Для этого нам понадобятся лист бумаги, краски, кисти и карандаш с ластиком. Начнем? Да. Нам нужно нарисовать овал. Рисуем большой овал. Теперь в серединке нарисуем другой овал, поменьше. И в серединке меньшего овала рисуем еще меньше. Это будет носик у нас. Мы спускаем линию от носика и делаем два крючочка в разные стороны. Теперь сделаем ушки. Ушки могут быть разные, могут быть треугольнички. Такие вот. Могут быть прямоугольнички, а может одно ухо быть треугольное, а второе быть вот так вот немножко загнутое. Рисуем туловище нашим собачкам. Ну и от туловища сразу можно начинать рисовать ножки. Дорисовываем хвостик. И нарисуем им одну общую косточку, одну косточку на двоих. Можно, чтобы она заходила немножко на наших собачек. Нарисуем глазки. Пусть твоя собачка смотрит на мою, а моя на твою, хорошо? Еще один круг. Вот так вот. Теперь можно поставить точечки вместо усиков на мордочке. И в ушках сделаем серединки. Когда мы прорисовали наших собак простым карандашом, можем приступать к их раскрашиванию. Наши собаки будут влюблены друг в друга, поэтому мы кладем листики рядышком и рисуем посерединке сердечко, одно общее. В эту субботу мы отмечаем День Валентина, поэтому можете нарисовать подобный диптих и подарить его своим любимым и родным людям. На этом наше сегодняшнее занятие окончено. До новых встреч! Пока!